У животных все как у людей. Существует целый ряд необходимых гигиенических процедур, чтобы ваш питомец выглядел опрятно и ухоженно, а также для профилактики заболеваний необходимо следить за его ушами, глазами, шерстью и не забывать про зубы. Уход за домашним животным начинается с покупки специальной шампуни, щетки, расчески и ножниц с тупыми концами. Частота купания питомца зависит от его породы и качества шерсти. Если, например, речь идет о йоркширских терьерах, их шерсть приближена максимально к нашему волосу, их купать можно чаще, то бишь раз в 10-14 дней. Если речь идет о животных такого типа, как хаски, либо маламуты, пекинесы, их нужно купать не чаще, чем раз в месяц. Собак и кошек нужно расчесывать каждый день. Пару раз в месяц подстригать шерсть между пальцами лап и когтем. Стрижку некоторых пород легче провести у профессионала. Их нужно обязательно расчесывать, потому что если этого не делать, то, во-первых, это ведет к образованию колтунов. Колтуны очень бывают часто сбившиеся прямо возле кожи, и их невозможно потом вычесать, их только выстригать. Нежелательно это делать в домашних условиях, потому что можно травмировать кожу животного. Всем домашним животным нужно регулярно чистить зубы с помощью специальной зубной пасты и щетки, чтобы не образовывался зубной камень. Ватными палочками обрабатывать уши. Теперь, когда вы знаете все нюансы ухода за своими домашними животными, вам будет легче сохранить их здоровье на долгие годы. Берегите себя и своих любимцев!